Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Продолжаю еженедельные ролики про то, как я инвестирую и делюсь 25-летним опытом инвестора, который таки достиг уже финансовой независимости с помощью инвестиций. Новости компании, риски, перспективы компаний, мои покупки, ну а конкретика будет по Роснефть, Магнит, Сбербанк, Лукойл, Газпром, Русгидро, ВТБ и так далее. Сегодня подробнее расскажу про мои покупки, потому что их на прошедшей неделе было заметно больше, чем обычно. Всего было 16 покупок в инвест-клубе за неделю, это близко к недавнему моему рекорду. Рекорд 18, но вы это уже знаете. Начну с Роснефти. Известно, что компания Роснефть представила отчет по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Выручка снизилась на 8 с лишним процентов, чистая прибыль выросла на 76%. Это все год к году, результаты оказались выше ожиданий. Игорь Сечин также при этом заявил, что такие вот результаты были достигнуты благодаря развитию действующих проектов и запуску новых, а также благодаря повышению эффективности добычи. Но самая соль вот этого отчета была в жесткой критике Минфина и ЦБ. Сечин раскритиковал Минфин за налоговую политику, а ЦБ за ключевую ставку и за то, что тот не создал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей. Он сказал, цитирую, «это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов». Было также отмечено постоянное усиление санкционного давления. Практически в каждом раунде санкций вводятся ограничения, негативно влияющие на деятельность компании. Это тоже была цитата. Тем не менее, у Роснефти все сейчас довольно-таки хорошо. Отчет уверенный, планируют платить дивиденды, вы это уже знаете. У меня Роснефти вполне хватает в портфеле, но если цена акций и дальше продолжит снижаться на общей коррекции, то буду рассматривать ее покупки. Далее, Магнит. На прошедшей неделе совет директоров Магнита рекомендовал выплатить дивиденды в размере 412 рублей на одну акцию. Это было довольно неожиданное решение, ведь очень хорошо известно, что Магнит накануне очень неплохо потратился. Это и покупка маркетплейса «Казан-экспресс», и выкуп акций у иностранцев с дисконтом, были другие немаленькие траты. При этом дивидендная доходность объявленной выплаты получилась хоть и небольшая, но вполне неплохая, особенно если учесть все предварительные расходы Магнита. Кстати, я не думаю, что Магнит в обозримом будущем начнет платить прям вот совсем щедрые дивиденды, так как с большой вероятностью компания и дальше будет тратиться очень даже сильно на свое развитие и на улучшение своего положения в конкурентной гонке. У Магнита достойные соперники. Я сейчас Магнит не покупаю, покупал раньше, когда это надо было делать. Далее, пара слов про мое многолетнее соревнование брокерских счетов на канале. В этой публикации от 5 мая в Телеграме я подробно рассказывал про суть соревновательных счетов и, в частности, про оранжевое инвестирование. Прочитайте вот этот вот информационный пост в Телеграме для лучшего понимания. А вот брокерский счет того самого оранжевого инвестирования. Здесь присутствуют зависшие фонды, и сюда я продолжаю регулярно покупать российские активы. Фонды, акции, облигации. Далее видим счет инвест-клуба на закрытом канале в Телеграме. На него я покупаю иностранные акции в долларах США и в гонконгских долларах. Оба этих брокерских счета соревнуются. Условия соревнования одинаковые. Регулярно пополняю каждый из них на 10 тысяч рублей в неделю и покупаю активы. Кстати, обращу ваше внимание пристальное, что соревнование не прекратилось из-за проблем с Санкт-Петербургской биржей. Сейчас я оформляю в инвест-клубе так называемые виртуальные покупки иностранных акций. То есть публикую то, что я бы купил из иностранцев, если бы имел техническую возможность такой покупки. Вот пока вот так. Видим, что счет инвест-клуба сильно обгоняет оранжевое инвестирование, причем не слаб действительно, но так было не всегда. Почти полтора года назад оранжевое инвестирование лидировало, и такое у меня было. И это, естественно, показывалось на канале, не скрывалось. Можете проверить по старым моим роликам. Так, дальше. Продолжаю по новостям компаний, входящих в мой инвестиционный портфель. Сбер. Ну тут совсем коротко. Прошел день инвестора у Сбера. Греф презентовал стратегию развития банка на 2024-2026 годы. Приоритетами Сбера теперь будет искусственный интеллект и человекоцентричность. Дивидендная политика не поменялась. И именно из-за дивидендной политики инвесторы слегка расстроились и акции Сбера поползли вниз. Даже несмотря на то, что на дне инвестора прозвучало очень много позитива. Ну этот весь позитив это в общем-то слова. А на практике в действительности ключевая ставка ЦБ РФ сейчас находится на очень некомфортном для экономики уровне, впереди очевидное снижение кредитной активности физиков и юриков, и в связи с этим мне очень интересно, как и за счет чего Сбер будет компенсировать охлаждение кредитования, чтобы подтвердить радужные прогнозы руководства на следующий год. Жизнь, в общем, покажет.
А я продолжу. Но сначала напомню, что в моем основном бесплатном телеграм-канале регулярно выходят посты с содержанием, которое не подходит по формату для видео. Важные публикации. Вы их можете прочесть только там. Например, вот эти вот темы из последних. Кстати, если захотите подписаться на этот канал в телеграме, то подписывайтесь только осторожно по моей ссылке, чтобы не стать жертвой мошенников. Этих сейчас, к сожалению, полно. Так, дальше у меня по плану Лукойл. Акционеры Лукойла приняли решение выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию. Ждали больше, но получилось так. Лично я считаю, что это нормальная выплата, особенно в условиях жесткого санкционного давления на отрасль. Напомню, что Сечин, глава Роснефти, отметил сложное положение нефтяников, которое усугубляется не только санкциями, но и внутристрановым регулированием. Я о его высказываниях упоминал в блоге про Роснефть, это чуть выше. Практически все сказанное Сечиным характеризует и положение Лукойла. Да и цена на нефть в последнее время, мягко говоря, не радует. У меня Лукойл присутствует на ИИСе, то есть вот на этом счете. Там у меня акция нефтяника примерно на 215 тысяч рублей и чуть меньше 15 тысяч на счете оранжевого инвестирования, который я показывал сегодня минут 2 назад. Мне Лукойла хватает, сейчас я его не покупаю. С интересом смотрю за развитием санкционной ситуации и за динамикой мировых цен на нефть. Кстати, у меня недавно была вот такая вот публикация в Телеграме, там как раз про текущие цены на нефть и их влияние на рубль и на перспективу российских акций. Стоит прочитать. Далее, перед блоком о покупках я запланировал еще сказать несколько слов про «Газпром». Очень коротко. Прошла информация от «Газпрома», что будут дивиденды. Ну хорошо, пусть будут. Это не повод бежать и покупать «Газпром» на всю котлету. Ведь газовому гиганту еще придется потратить огромные средства, взятые из прибыли и из денежного потока, на различные инвестпрограммы по обустройству новой инфраструктуры. Я «Газпром» накапливать пока не собираюсь. У него и рисков полно, и перспектива прибыльности бизнеса туманна. Много геополитической неопределенности. Вижу смысл прояснения некоторых рисков, а не бежать за дивидендами. Так, теперь давайте расскажу про покупки. Всего покупок на прошедшей неделе было 16. Это много. Недельный рекорд был на предыдущей неделе, тогда было 18 покупок. Сейчас, значит, две покупки из 16 – это иностранные акции, те самые виртуальные покупки, о которых я сказал выше, и 14 из 16 – это российские акции и фонды. Вот, а подробнее давайте я расскажу сегодня про две покупки. Начну с Росгидро. За компанией слежу очень давно, прекрасно понимаю уникальность и масштабность электроэнергетических мощностей. Сейчас Росгидро чувствует себя не очень, но, кстати, сильно не падало ни на внешних, ни на внутренних шоках. График не похож на множество других эмитентов, советую его изучить в привязке к датам и событиям. Тем не менее, сейчас Росгидро может продолжить снижение на ухудшающемся фундаментале. Если снижение усугубится, то буду накапливать еще. В этот раз купил совсем немного, осознаю риски и сложности, поэтому покупаю дозированно. Но и про перспективу электроэнергетических компаний в сравнении с традиционными нефтедобытчиками в долгосроке тоже не забываю. Кроме того, приобретение этой компании делает мои инвестиции более сбалансированными и диверсифицированными. Продолжаю. Следующая покупка – ВТБ. Я стараюсь иногда делать публичными именно неоднозначные и, на первый взгляд, нелогичные покупки. Ведь когда я их объясняю, становится больше понятно и про суть инвестиций, и про риски, и про правильный баланс портфеля. Так вот, банк скорректировался очень заметно. Купил, естественно, немного. Понимаю, что потенциал роста у ВТБ заметно выше, чем у того же Сбера, но и рисков гораздо больше. Поэтому накапливаю очень осторожно. Купил в основном из-за цены и рекомендую при покупках подобных эмитентов с высоким инвестиционным риском не забывать правильно и регулярно балансировать риски в портфеле другими покупками активов с меньшими инвестиционными рисками. Это важно. Это важно сначала правильно понять, а потом не менее правильно применить, а не просто прослушать. Вот, в общем, осторожные покупки у меня продолжаются, иначе быть не могло, так и нужно инвестировать. Покупаю не тупо и хаотично, система покупок вполне прослеживается в инвест-клубе, все объясняю. Учитываю риски, заранее создаю условия для нивелирования возможных непредсказуемых неприятностей с эмитентами, эффективно растягиваю покупки во времени, балансирую объемами. Никакой суеты, движухи, элементов шоу. Удачными покупками не хвалюсь, как многие псевдогуру, просто грамотно, спокойно инвестирую в долгосрок. Но на сегодня это все. Успехов финансовой независимости, да пребудет с вами сила сложного процента.